Иликон Опера открывает музыкальный салон. В одном из камерных залов театра гостей сегодня встречает «Пигмалион». Эту оперу Луиджи Керубини написал по заказу Наполеона Бонапарта. Премьера состоялась в 1809 году. После смерти итальянского композитора многие его сочинения были забыты, в том числе и «Пигмалион». Режиссер Ирина Плотникова инсценировала его возвращение в духе фильма «Великий Гэтсби». Камерная опера «Пигмалион» начинается с грациозного прохода по фойе и парадной лестнице Геликон оперы. Buonasera, buonasera. Зрителя зазывают на день рождения Галатеи в узком кругу друзей. Его образ на этот раз должен отсылать не к древнему мифу, не к популярной опере 19 века и не к пьесе Бернарда Шоу, а к великому Гэтсби в исполнении и Редфорда, и Ди Каприо. Здесь погружают в атмосферу ар-деко. Зал не позволяет развернуть декорации. Это маленький зал, но с другой стороны, это камерная опера, камерная музыка. И мы постарались сделать таким образом подход оперного кафе и домашнее музицирование. Очень интересный жанр и опять-таки востребованный в начале 20 века. Сегодня мы пришли на встречу с Пигмалионом. Мы находимся в Геликон опере, в белоколонном зале княгини Шаховской. Режиссер Ирина Плотникова и хореограф Ксения Лисанская.